20 опытных педагогов из 17 общеобразовательных учреждений Одинцовского района встретились на открытии конкурса «Учитель года-2018». Ставшее уже традиционным мероприятие позволяет выявить самых талантливых, инициативных и творческих педагогов. На этот раз знакомство конкурсантов между собой и членами жюри состоялось в Голицынской школе номер 2. Конкурс – это, конечно, как сказала Ольга Васильевна, событие и волнительное, ответственное. Но это волнительно и ответственно не только вам, дорогие наши конкурсанты, это и нам, всем членам жюри. И я желаю вам, дорогие конкурсанты, стать каждому лучшим из лучших. Удачи, успеха, победы! У участников престижного районного конкурса впереди 3 непростых этапа. Им предстоит провести открытый урок, защитить проект, принять участие в дискуссии. Все испытания позволят выявить уровень профессиональных навыков у конкурсантов и выбрать лучшего из них. Участники самого разного возраста. Это и опытные педагоги, и педагоги, которые имеют небольшой стаж работы. Они из разных школ. Во второй части нашей встречи будет проведено такое небольшое интерактивное испытание для участников конкурса, так называемый тест готовности на участие в конкурсе. В ближайшее время участников уже ждет первое конкурсное испытание. Им предстоит рассказать о своих приемах, новых технологиях и методах, применяемых в обучении. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».